Всем привет, друзья! И сегодня девочки решили покататься на вот таких вот транспортных средствах, которые пришли вчера мне с Алиэкспресс. Давайте мы распакуем и посмотрим, кто кому подойдет. Ух ты, смотрите, какой крутой скейт. О, ничего себе, он еще и так вертится. Колеса, по-моему, да, тоже крутятся. Прикольно. Так, а как на нем стоять? Давайте попробуем. Так, и как-то так. Ха, интересненько. А если встать вот так, то вполне себе можно, наверное, на нем прокатиться. Итак, этой куколке достается вот такой вот интересный скейтборд. Продолжаем. И достаем вот такой вот золотисто-серебристый самокат. Я думала, что он из металла, но, по-моему, это пластик. Да, он полностью пластиковый, подвижный, колеса крутятся, руль тоже. Вот такой вот интересный рисуночек нанесен на нем. Какие-то в честь Хэллоуина, наверное, раскраска, какие-то тыквы страшные. Так, ну ничего, примерим, например, Челси. Так, где она? Не падай. Челси, руки. И встаем на самокат. Ну что ж, в принципе, подходит. И Челси достается вот этот вот блестящий самокат. Поехали дальше. У нас есть вот такой, ух ты, здесь как наждачная бумага. Абразив такой, прикольно. И здесь вот такой вот рисунок с надписями. Так, колеса здесь крутятся, но никуда уже не вертятся, и он очень устойчивый. Так, тогда отдадим его, наверное, Кате. Катя будет кататься на скейтборде. И пришла очередь у нас самой младшей девочки, это Дианке. И я думаю, ей уже пора освоить вот такой вот велосипед. Что здесь есть? Крутится. Зачем она крутится? И здесь еще какая-то штучка. Прикольно. Так, педали. У нас все вертится. И, вращая педали, крутится заднее колесо. Велик как настоящий прям. Похож на BMX. Давайте примерим и, если что, поменяем Дианку на какое-нибудь другое транспортное средство, если ей, в принципе, он не подойдет. Ну, я думаю, отлично. Итак, наши средства распределены. И теперь осталось подумать о безопасности девочек ввиду занятия ими вот такими вот видами спорта, как катание на велосипеде, на самокате и на скейтбордах. Я думаю, как минимум нужна будет защита головы, то есть какие-то шлемы, но их у меня, к сожалению, нет, поэтому я подумала, что их можно будет сделать, вы не поверите, из чего? Из вот такой вот штуковины. Брев-силоактив. Так, чистящее средство для унитаза это у нас, друзья. Сейчас я его распакую и покажу вам, каким образом из этой штуки можно сделать защитный шлем для кукол. Так, эта штучка должна открываться. Вот здесь есть защелки. Итак, после нескольких манипуляций с ножницами я открыла эту штуковину, и мне нужно убрать вот эти шарики, потому что они мне не пригодятся. Из них шлем сделать не получится, а вот как раз вот эти вот штучки и нужны будут для создания шлемиков защитных для моих кукол. Так, какая часть нам подойдет? Вот это вот. Давайте примерим, например, Дианке. Ну вот, отличный шлем. Останется только его раскрасить, украсить и приделать резиночку. У меня получилось 4
вот таких вот защитных шлема. Но сейчас в таком виде, мне кажется, они как бы будут выполнять, конечно, свою защитную функцию, но они некрасивые. И не хватает какого-то, я не знаю, крепления, что ли. А так как это еще и девочки, то, я думаю, нужны какие-нибудь стразики или блесточки. Краска высохла, и у меня получились вот такие вот шлемики для моих кукол. Красный, блестящий, серебристый, оранжевый с желтыми блестками и вот такой вот синий. И мне осталось только приделать резиночки, чтобы шлемики хорошо держались на голове куклы. К сожалению, я не смогла найти очень тоненькую резиночку. И пришла в голову мысль отрезать резиночку от маски. Ну что ж, друзья, наши спортивные куколки готовы к занятиям спортом и могут теперь безопасно кататься на роликах, на скейтах, на велосипедах и на самокатах. Самая главная часть – голова у нас защищена. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новое видео. Пока-пока!